Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова моды на игру «Как достать соседа», которые присылают наши подписчики. И перед тем, как мы начнем смотреть новые моды, написали в комментариях под предыдущим выпуском, что мод, который сделан был и прислан Андреем Лебедевым, которому уже было много претензий, что он как робот пишет все время, не один раз попадал в бан за это, что от меня, что от Эндрю Сэма. Так вот, тот мод, который в прошлом выпуске был, что-то там на новый каникулах, он еще и грамотно даже название не написал. Этот мод был сплагиаченный, там откуда-то плагиат был, я проверил, это действительно оказался плагиат. Поэтому с этого мода плюсик мы снимаем, потому что мы не можем оценивать полностью украденные моды. Да, и минус, пожалуйста, поставьте. Плагиат — это всегда плохо. Ну, а теперь переходим, короче, к первому моду. Называется КДСС 2 Hardcore. Выглядит менюшка не так уж и плохо. Отчаяние, страдания, что у нас тут? В данном моде присутствуют пугающие громкие звуки, кровь, хоть и ПНГшное и пугающее содержание. Приятной игры. Также вы можете менять музыку в настройках. Надеюсь, никаких авторских прав тут не будет. Музыка, сводящая с ума. А это значит, не сводит с ума, да? А, это мод на КДСС 2? Нифига. Ну ладно, хорошо. Давайте проверим. Погодите, а если... Ну, я так понимаю, я это запущу, и она не заработает. Давайте сразу сюда. Не будем рисковать, так сказать, вдруг игра вылетит. Туристический ад, вышедший из ума убийца. М.Р. Ротвейлер уже давно умер, и за все его деяния он попал в ад. Все эти убийства, пытки, они не были незамеченными. Теперь навеки он вынужден мучиться в преисподней. Он умер незадолго до последней поездки в Китай. До своей поездки в Китай, где маниакально преследовал туристку по имени Ольга, которая также, как и он, решила посетить эту страну. После долгих преследований он все же не смог ее убить. Маниакально преследовал. Он хотел убить ее, значит. Так. Но совершил нападение. Его убийство прервало больное сердце. Теперь он должен поплатиться за то, что он делал. Довольно пугающее описание, но давайте, короче говоря, посмотрим, что же у нас тут такого. О, боже. Ночь. Мы никогда не видели с вами в «Как достать соседа 2 ночь». Ох, ёперный театр. Это еще что за херня? Ну, в принципе, внешность мне нравится. Мы никогда еще не видели ночь. И закат, кстати. Это похоже на закат. Конечно, то, что мост светится, это не очень хорошо. Но тем не менее... О, господи, какие красные глаза. Но тем не менее, выглядит довольно круто. Мы никогда не видели, когда соседа 2 ночь. За это большой респект. Но ё-моё, вот это... Вот на это страшно даже смотреть. Пила. А, он бегает, да. Окей. Блин, у него белые глаза. Словно детеныш херобрином, мать твою. Ого! Оно идет теперь. Оно горизонтально теперь идет, нифига. Обалдеть. За это тоже респект. Автор, похоже, реально постарался над этим модом. Музыка, кстати, что-то напоминает, по-моему, мне кажется. Подождите, а зачем нам пила? Нет.
А, блин, я... Вот где, куда бы нам... Так, ну пила для чего-то нам явно нужна. Откуда кровь, что с этой пилой? Так, ясно, я понял. А, вот ведро, господи, как я его проглядел. А, он еще тоже не... А, подождите, а я что там не... А, камень, нифига. Видимо, этим пилить надо. Да, и все, я понял, да, я немного... Я проглядел это ведро, действительно. А он меня все равно увидит или что? Если я сейчас спущусь. Или как? Давайте проверим. А, нет. А, анимация какая будет, да, действительно. Оп. Наш Вуди упал с неба. Наверное, в небе был рай. Что ж, замечательный сюжет появляется. Мне нравятся такие моды, ребята. Сосед оторвал башку Вуди, анимация выглядит довольно прикольно. И Вуди из рая падает обратно на землю. Я не знаю как, но он реально падает обратно на землю. Но ограниченные попытки у нас, конечно же, две жизни осталось. Красные монетки — это тоже очень офигенно. Мы не получили вот эту хрень, но тем не менее. Красные глаза снова. Но они не так ужасно здесь выглядят. Достопримечательности преисподней. Все же знают Великую Китайскую стену. Интересный факт. Большинство строителей Китайской стены погибало от истощения. Их останки были замурованы в этой стене. Они есть там по сей день. Неплохо, верно же? Так вот, в аду есть аналог Китайской стены. Именно туда и направилась душа уже известного нам убийцы. Все повторяется. Совсем как его поездки. Все же действия и развлечения. Кажется, он пытается отвлечься от дьявола Вуди, который совсем недавно насолил ему. Мне кажется, он начинает забывать о нас. Иначе зачем мы здесь? Давайте посмотрим, как выглядит этот уровень. А, очень хорошо, очень хорошо. Мне нравится, серьезно. Закат, ну вот это вот разве что. Разве что, что вот это моргает. Но тем не менее, вот это вот закат тоже. Это вообще охрененно выглядит, мне нравится. Не ночь, конечно, но тем не менее, все равно. Другое время суток, это просто прекрасно. Я обожаю такие моды. А, кнопки заблокированы. Кстати, смотрите, вот эти. Лава. Это лава? Охренеть. Он что, убил ее? Охренеть. А, теперь опять горизонтально тут идет. Так, наверное, бежать надо. Пора бежать. Не, надо доставать вот эти предметы из... Когда он будет внизу. Нифига нам так просто не успеть. Блин, уходящее солнце. Солнце самого не видно, но тем не менее. И свет от фонаря. Это тоже вообще шикарно. Просто шикарно. Да вы чё? Туалетная бумага бы сгорела бы от лавы. Ну, может быть, она лавостойкая, конечно, но а как же насчет туалета самого?
А, блин, я опять колготки забыл. Но ничего. Ладно, пока будем... Ладно, пока этим займемся. У нас есть шанс набрать шкалу до конца. Все равно. И эти фонари тоже отлично просто светятся. Теперь колготки. Колготки вытащили теперь. Скорее! Как так-то? В смысле? Ну, чё, в чём дело-то? Я ничего, я чё-то не понял. Так, Вуди снова восстает, падает с рая обратно на землю. Но почему колготки-то не применились, я не понял. Ну, короче, не наберем мы уже, это точно. Я не знаю, как это, почему и как это. Нет, если его не наберем сейчас, я, наверное, еще раз этот уровень пройду. Я должен посмотреть, как выглядит анимация. Понятия не имею, почему она задержка. Не, она не наберет, я думаю. Да и кроме того, хочется посмотреть, что вот это за хрень. Непонятное. Что мы получим за максимальную шкалу? Может и дотянет, но скорее всего вряд ли, но скорее всего нет. Но тем не менее давайте попробуем. Не, я не дотянул. Короче, если еще уровней нет, я пройду этот уровень еще раз. Но вырежу уже момент. Мы просто должны посмотреть, что станет сердцем в таком случае с этим. Да, я пройду этот уровень еще раз и увидимся уже там, где я получу вот этот кубок или что это за хрень. Да, шкала, короче, дошла до конца. Ну и в прошлый раз мы, у нас, оказывается, она все-таки дошла до конца. Я ничего нового не заметил, кроме вот этих помех и... То, что она осталась вот этой цветной, действительно. Но что это за хрень, я так реально не понял. Короче, давайте жмем сюда. А, он просто не жмется. Ну, короче, два уровня всего, к сожалению. Надеюсь, будет полная версия. Хотелось бы и не только Китай, но и корабль бы тоже там. И Мексику, Индию увидите в темное время суток. А так, даже несмотря на то, что демка, она мне очень понравилась. Даже можно, в принципе, даже галочку поставить за большое старание. Ну что ж, давайте переходить к следующему моду. Следующий мод называется «Когда соседы» ремейк 1.1. И почему здесь табличка SML, я не знаю. Но, в общем-то говоря... Написано там в файлике игры текстовом, что некоторые элементы взяты из мода через вселенные. Написал, чтобы не нарушать сильно авторские права, ну или так сказать, указать, чтобы не совсем воровать, а сказать, откуда там файлы могут быть.
Ну, короче, давайте посмотрим, что у нас это такое. Это первая тренировка. Короче, даже никаких изменений не видать. Так, ну, новый логотипчик. И отличие только в том, что здесь видно улицу уже, а не как там в обучении было. Даже Вуди возвращается, там не было видно улицу в обучении. Там были коричневые... Ой, это... Кирпичные черные стены. Вторая тренировка. Ладно, мы это все знаем. Давайте и третью на всякий случай посмотрим. Ну да, я так и знал, ничего тут особенного нет. Какие же тут материалы из мода через вселенную взят? Вот этот мне непонятно. Ну, насколько я понимаю, это просто, можно сказать, обнова для оригинальной первой части. Изменений нету почти, вот разве что только улицу видно, что было введено, Вуди возвращается. Впервые. Но на самом деле впервые это появилось в консольной версии КДС Соседа. Как вы уже все знаете. А еще вот анимация хождения Вуди изменена. Но это не... Но такое мы видели и в других модах. Где впервые появилось это, я не помню. Анимация Вуди, хождение Вуди как из консольной версии, но только вправо или влево. К сожалению. Из какого мода это было? В каком-то моде было, я не помню. Но точно помню, что было. Пердящаяся подушка. Ну, а вот эти помехи, конечно, не радуют. Вообще, нисколько. А, ну и водяной знак автора тут все всегда будет висеть. Так, ну да, я так и думал, никаких изменений не наблюдается. Наверное, мы не будем долго смотреть на этот мод, а сразу перейдем потом к следующему. Ну давайте, короче, посмотрим все уровни на всякий случай. Ну вряд ли мы все уровни будем, конечно, смотреть. Но будет интересно посмотреть изменения, ну кроме вот этого окна, вот это окно. Многие, кстати, есть такие люди, которые до сих пор не верят, что вот это окно, но я... Но я далеко не первый раз доказывал, что это окно. Потому что вот эта дверка от окна. И там вон небо синее, голубое видно. Вот тут ночь. И в консольной версии на ночном уровне там как раз таки черное было. Значит, это был. Значит, это действительно окно, и там была ночь. Я помню, были такие люди, которые. Меня пытались переубедить, это не окно, их, несмотря на то, что я доказывал и как мог. И сейчас, я так понимаю, есть еще такие. Вот мне больше интересно посмотреть на этот уровень. Что там у нас? А, я так и знал. Здесь окно не удосужились. Делать. Тупо картинки из Вуди возвращаты. Из Вуди возвращается тут взяты. Так, давайте еще посмотрим уровни. А почему заставка сама пропускается? Я не нажимал ничего. Так, маленькая хрюшка. Там тоже ночной уровень, я так понимаю. Итак, кстати, вот на тех уровнях не было же в консольной версии ночных уровней, где кабинет еще был и подвал был недоступен. Там было два ночных уровня. Один это
как первый сезон, второй это третий сезон. А, нет, здесь окно удосужили сделать. Правда, не так качественно, как у меня. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то можете в плейлисте с модами найти видео «Официальная обнова Вуди возвращается». И там, короче, я показывал эту обнову, которую я немного сам еще доработал. Ок. Не помню насчет этих окон. Нет, эти окна сами Social Media Light Production потом покрасим нормально. Только до тех пор, пока я не знал что такая обнова есть, я сам пытался разукрасить, и получилось у меня вполне неплохо. Вот эти окна я разукрашивал, вот их они-то как раз-таки не разукрасили. Получилось, как по мне, неплохо. Но вот эти... Вот здесь ночь выглядит не как ночь. Выглядит как день затемненный. Без луны, без света. Это просто дневной уровень, но просто затемненный. Есть такие моды, я помню, в которых авторы сделали, смогли перенести сюда нормальную ночь. С луной, с лампочкой, со светом. Вот, так, вот им респект. Здесь нисколько не постарались. Так, как выглядит пикник на балконе? Я понял. Что по большой стирке у нас? Так. Сезон охоты. Ну, как Вуди возвращается, так понимаю. В общем, все понятно. Мод толком, над модом человек особо не старался. Поэтому мы поставим ему... А я не знаю, что ему ставить. Вопросительный знак пусть будет. То есть это значит, что я ему моду ничего не ставлю. И спрашиваю в комментариях ваше мнение по этому моду. Ваши оценки. Ну, что ж, давайте, наверное, на сегодня закончим. Я на еще один мод времени все-таки не хватит уже. В следующем выпуске будут обязательно новые моды. Ну что ж, на сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, Зубодев.ру, ВКонтакте. И всем пока.